Ну что ж, утро. Валберес так и не решил проблему, поэтому в город еду только для того, чтобы отправить посылки транспортными компаниями, кто заказал лично себе. Вот сейчас еду на склад грузиться и, собственно, по транспортам. Мне часто говорите, что мед даже в светофоре дешевле, чем у пчеловодов. Давайте посмотрим на качество светофорского меда. Цена за килограмм меда. А вот его качество. Что это, я не знаю. Места, куда ездят девушки. Заказала пиломатериалы. Я приехала с пилорам и просто вырубилась, проспала более 12 часов. И, пожалуй, это было лучшее за эту неделю. В общем, заказала 2 куба пиломатериала. Цена вопроса 10 тысяч за куб. И вы часто пишете, почему бы не купить уже готовые рамочки, готовые магазины. 10 тысяч за куб и встать самой сделать то, что я уже умею. Или же отдать только за готовую одну рамочку 25-30 рублей. Мне нужно в этом году 2000 рамок. Так, небольшая разница в цене получается. Я пока готова продавать свое время, а не покупать готовые изделия.